Отличная неделя в самом разгаре. Мы подходим к апогею празднику. Что надо делать, чтобы прогнать зиму и весна быстрее пришла? Радоваться жизни, веселиться, петь песни. Вот уж действительно народные гуляния. На площади перед дворцом спорта не протолкнуться. Основное столпотворение у главной сцены. Там задают тон зажигательные песни и пляски. Но это лишь часть развлечений. Забав пруд-пруди, да на разные лады. Пиньяту не разбивали, но с завязанными глазами за подарками ходили. Как тебе подарок? Свой размерчик нашел? Да. Ну для папы точно пригодится. По старой русской традиции будем сейчас печку разжигать. Импровизированными, правда, дровами, но я попробую. Ох ты, не получилось. Вот так? Вот так? Раз! У меня не получается. Еще. О, ура! Кто там летал на метле, а здесь у нас другие народные забавы. Пилим на скорость, две пары, кто быстрее? Что самое крутое в Масленице? Ну, блины, конечно. Единственное людей. Единственное. Да. А я все пройду да пройду. Спасибо. Что самое главное в этом празднике, в Масленице? Масленица. Сама Масленица. А вы как думаете? Праздник блины. Блины, а вот кто-то говорит единство. А? Чувствуете единство? Да. Отлично. И движемся дальше. Что самое крутое в Масленице? Чем интересен этот праздник? Ну да, гуляние. Вам что больше всего нравится? Все, блины. А какие блины лучше всего есть? У вас есть рецепт какой-то? Ребята, есть особый рецепт блинов у вас какой-то? Печь блины! Обязательно с ряженкой. А еще? С ряженкой? А почему? Кислинку свою даю. Ну, кефирчик, вот, яички, сода немножко. Блины бесподобные. А самое главное, с любовью надо готовить. Ой, с любовью. Да. А как же без любови? Да. Начинки с вареньем, с ветчиной, с сыром. Блины надо с мясом есть или с вареньем? Вот вы как считаете? С рыбой. Поздравить воскресенцев вышли на сцену руководитель администрации Воскресенского района Виталий Чехов и глава города Алексей Владович. Поздравляем вас с праздником весны. Желаем праздничного настроения, счастья, здоровья, благополучия. Ну и, конечно, прекрасно сегодня провести время. С праздником вас! На всех площадках нашего города проходит замечательный праздник. Праздник, который уходит корнями в древнейшую историю нашей Руси, нашей родной родины России. Поздравляем вас всех с замечательным праздником! Масленица действительно широка, как Волга, только больше. Воскресенцы жадно стремились, нет, не за блинами, а за радостью и весельем, которые должны были прогнать надоевшую зиму. Народные гуляния прошли во всех населенных пунктах. Сегодня народные гуляния были не только на площади у Дворца спорта, но и в культурном центре усадьбы Кривякина. Кривякинцы изо всех сил старались удивить народ, занимая их конкурсами, танцами, песнями, показательными выступлениями казаков и даже перезвоном колоколов, а также театрализованными проводами зимы. Уверен, что Инстаграм пестрил фотографиями, сделанными именно в усадьбе Кривякина. Предусмотрена красивая фотозона, где вы можете ознакомиться с предметами русской старины в их наглядном виде. Здесь также вы можете покататься на лошадях, попробовать вкусный горячий чай из настоящего самовара и настоящие блины с медом, с красной икрой и со всеми сладостями. Для того, чтобы обойти все-все-все, надо было лишь идти по прямой. Круговая система не случайна. Как в шутку отмечают организаторы, у них все по фэншую.
Еще одно место гуляний – микрорайон Лопатинский. Здесь народ веселил театр ростовых кукол «Софит» и другие артисты Дворца культуры «Юбилейный». Так будем свои недостатки сжигать и к хорошему привыкать. Сожжение чучела – апогей масленицы, символический жест проводов зимы, то, чего все ждали с нетерпением. Широкая масленица достигла своего апогея. Мы прощаемся с зимой, встречаем весну. Оседлал народное гуляние Александр Иванов. Александр Иванов, Дмитрий Волнов. Новости из Кровакт.